Стихийные свалки вблизи аэропорта Чебоксар необходимо убрать в ближайшие дни. Пока речь идет только о тех мусорных кучах, в которых содержатся бытовые отходы, и они могут привлечь диких птиц. Такое решение вынесла Чувашская транспортная прокуратура. Напомню, члены регионального штаба ОНФ обнаружили на приаэродромной территории около 10 навалов мусора. Поводом для рейда общественников стало ЧП в Жуковском, где пассажирский самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле после столкновения со стаей птиц. Чем опасны свалки для полетов, кто должен следить за порядком у аэропортов, расскажет Ирина Николаева. КАМАЗ за КАМАЗами за несколько дней строительная техника практически скрыла следы нарушения, отмечают эксперты Общероссийского народного фронта. Недавно общественники обнаружили здесь свалку биологических отходов. Тушки птиц вперемешку со строительным мусором неизвестный вывалил прямо возле аэродрома. От какой болезни пали куры, выяснить уже не получится. Но останки могли привлечь диких пернатых и стать для них кормушкой. Сразу после того, как свалку обнаружили, ОНФ направил соответствующие органы, в том числе и в администрацию Чебоксарского района, который является собственником этих земель, обращение с просьбой принять необходимые меры. Они должны были быть собраны все, направлены на ветутильзавод, и даже грунт должен был быть обработан специальными составами, и даже грунт под этими навалами должен был быть утилизирован. Кроме того, отдельные кучи строительного и прочего мусора навалены почти по всему внешнему периметру аэропорта. К примеру, кто-то таким образом решил избавиться от старых шин и покрышек. А вот, 150-117. Прям надпись. Свалка с детскими матрасами, вероятно, появилась недавно. Постельные принадлежности еще не успели отсыреть. Эксперты Общероссийского народного фронта уверены, в случае возгорания мусорных навалов дым станет реальной угрозой самолетам. По мнению представителя аэропорта, такие свалки напрямую на безопасность полетов не влияют. В отличие от этой кучи мусора, недалеко от Синьял. На требование администрации аэропорта убрать участок представители сельского поселения до сих пор ограничивались отписками. Бытовые отходы, которые, ко всему прочему, скидывают во враг, являются питательной средой для птиц. В аэропорту Чебоксар уверяют, чтобы избежать таких ситуаций, существует целый комплекс мероприятий, который проводится на самом аэродроме. В штате есть профессиональный орнитолог, и он постоянно следит за обстановкой. Перед каждой посадкой и вылетом самолета сотрудники аэропорта осматривают поле, применяют звуковые, световые и другие отпугивающие средства. Помимо ежедневных проверок, раз в 3 года специализированная организация проводит эколого-орнитологическое обследование. Осматривают, безусловно, территорию, режимную территорию самого аэропорта, аэродрома и прилегающие территории к аэродрому на предмет среды, которая способствует обитанию вот этих птиц. А эти мероприятия отрабатывают как сам аэродром и как, значит, требует этот документ совместно с властями земель, которые прилегают к аэродрому. Генеральный директор аэропорта сообщил, срок прохождения следующего масштабного обследования подойдет как раз в сентябре. В ОНФ отмечают, по рекомендации Росавиации, чтобы не допустить появления таких стихийных свалок, аэропорты постоянно должны работать с муниципалитетами и профильными органами. Например, в мае такое письмо Росавиации также приходило в адрес всех эксплуатирующих аэропорта организаций, которые говорят о том, что подобные обследования района аэропорта внешнего периметра также должны проводиться ежемесячно. В данном случае мы понимаем, что аэропорт не может своими силами ликвидировать. И здесь важно, чтобы и органы местного самоуправления, и профильные контрольно-надзорные органы, в частности и транспортная прокуратура, реагировали оперативно и обязывали собственников земельных участков максимально в сжатые сроки вот подобные несанкционированные навалы и свалки ликвидировать. На свалки, которые напрямую влияют на орнитологическую безопасность, уже обратила внимание транспортная прокуратура. При обследовании при аэродромной территории аэропорта транспортной прокуратуры были выявлены места несанкционированных свалок. В целях устранения нарушений главе Синьяльского сельского поселения и генеральному директору аэропорта города Чебоксара внесены представления с требованиями незамедлительного ликвидирования несанкционированных мест свалок. Ход устранения нарушений находится на контроле Чувашской транспортной прокуратуры. По остальным фактам навалов отходов, которые обнаружены возле аэропорта, представители ОНФ направили обращение в другие контрольно-надзорные органы. Ирина Николаева, Никита Углев, Вести, Чувашия.